Магнус будет ли прыгать? Так, стоп, стоп, все секреты раскрывать не буду. Смотрите видосик, ребят, всем приятного просмотра. Сильно не судите игру. Ну, вот такая вот игра вышла. Спойлерить сильно не буду, приятного просмотра. Так, поехала каточка с Блятозаром, с Зевсом, с Ксенозесом. Сейчас посмотрим, что нас как раскидает. Топовый контент. Топовый контент, ребятки, поехал. Так, ну смотрим, что у нас там. За меня Бальтазар и Зевс втроем просто будем разносить. Просто к-к-к-к-комбо. ХЗ есть Неруб волшебный. Есть Неруб волшебный. 3 миллиона долларов. Я тоже. Я могу. Димас. Бить давал. Бенгун лайк, unstoppable. На птице, да, тут можно забрать. Можно забрать Скай. У нас есть Неруб. Неруб в любом параде. Нормально будет все делать. Заберут сейчас Мартретку. Не. Скай Морт. Госку Морт. Скай Мортретка. Поношу воду. Жесть, какая у меня задержка. Смотрите на это. Лол, и на Нерубе. На Нерубе станы давать. Так, ребят, ну что ж, оформим, скорее всего, на Нерубе четверочкой. Нужно запотеть максимально, показать уровень. Взяли алхимика, взяли пуджа. Ну, у нас мартретка, мартретка это выносит изи. Сапов только нету, ТХД есть. ТХД. Стоп.
GoMB Sky 4, THD 5, Nix Meat, Morta Farm и HL Panda. Как вам такое? Потому что у нас что-то у нас по саппортингу просадка будет. У нас будет по саппорту просадка. Сапов нету просто. Птица саппорт. Было бы хорошо. ТХД и, не знаю, в ХЛ что-то. ХЛ. Нет. Пойду центральную. Химика. Четверку Sky вниз. Но я тоже так думаю. Пусть химика гоняет. С сильным лайнером. Дабы их не загнобили. Тоже правильно. Морта в триплу. Боника соло топ. Можно. Блин, соло топ Найкс. МБ. Но Найкс. Единственное, Найкс будет под РП пропадать. Найкс будет под РП пропадать, но там все. Там жидкие под Найкса. Боника взял. Жакиров топ? Не. Но фарм на вин, он прав. Блин, ну хз, фармой стрипла. First skill, фарм. Да, чисто с первого скилла фармить, ну такое. Думайте, короче, по расстановке. У них там не сильно. Чё, поехала? Соло Воник бы пошел. Не знаю, я за то, чтобы Мартред стояли по дефолту, чтобы на топе. Better. Воник на низ, все, ехала сюда. Ну, руну прогуляли. 20 секунда, они уже не успеют сапы, не успеют никак. Там три стана. Разносчик воды. Но нет, тут никак. Тут никак. Late. Too late, так сказать. Так сказать, too late.
хитрюга. Ну, будет вард снимать мой. Ботил. Ага, щиток. Но он не знал просто, кто пойдет на центр, поэтому не знал, что тарить. Я его полностью понимаю. Поставил центрик, будет сбивать вард. Да. Эх. ТХД оформили там. Ну там станы. Магнуса все хорошо, он фармит. Забрали. Пацана все же. Есть. У меня задержка дикая, конечно, но ничего не поделать. Так играем. Блин, ну мартредки надо фарм. Я хз, почему они так встали. Мартредка без фарма у нас будет. Это очень плохо. Четвертый левел у нас в Магнусе. Убивают, то молодцы. Не знаю, правда, как я буду станами попадать. Мне интересно очень. Ну, буду стараться. Реген, это хорошо. Ну, Магна фрифармит, конечно, лучше у него все. У него дэмэджа более. Перекрипливает он меня на изи. Он не качает вейв. Но не хватит дэмэджа даже так добить. Лол. Эх, ну не успеваю прожать. Шестой левел уже, нифига. Он меня жестко перекрипил, походу. Уф. Вот это у меня сейчас пролагало. Не беда. Ой-ой-ой, что ж такое-то? Прям так подлагивает. Надо шестой ганг. Шестой левел и в ганг. Вармлет выходит сразу. Не, не. Я уже там не попаду.
Восьмой. Седьмой левел. Но он еще стаки, походу, подфармливает. Но у него все отлично просто. Хз. Сейчас аркану возьму. Химик фармит, это плохо. Там и Магнус фармит неплохо. В принципе. Не знаю, походу в салат проиграем эту игру. Но посмотрим. Еще ничего не сказано об игре. На самом-то деле. Надо в ганг выйти. Стик приходит, надо идти в ганг. Убивают у нас алхимик. Алхимик будет отъезжать. Пуджа тоже должны забирать. Так, так, нет, заюзал. Заюзал стик. Кука у нас. Ну, бегу, бегу на подсейв. Никто не умирает, к сожалению, почему-то. Я так и не вкурил, почему никто не умер. Надо идти. Надо идти, надо идти. Даю стан, стан не попадаю. Не попадаю станом. Очень плохо, очень плохо. Ну, не знаю, он там остановился. Печалька. Остановился тоже, я не знаю, почему я не попал. Магна фармит. Нет у меня, к сожалению, ультимейта, чтобы выйти на центр быстренько. На топе какая-то активная руна сейчас будет. Пробую подождать его здесь, на Магнатауре чела. Портретка там соло стоит. Потеет. Ой, не повезло Бальте. Немножко. Сколько до ульты? 15 секунд. Там дасты. Не. Блин, ну все спрятались. Все спрятались. Жесть. Надо было, блин, выходить стан давать. Опять ультимейт я прогулял. Они все под тауэром стоят просто, зная, что тут я. Походу. Но они знают, походу, что-то. Что-то знают, потому что так они вообще очень стоят плотно. Очень плотно стоят. Просто. Надо на топ сходить. Блин, ну там мартретку пинают, 0 хелпы. Не можем. КД пока стана. Ой,
Я не попадаю станом. Что за жесткая игра? Может, закомбэчим? Не будем делать преждевременных выводов. Не знаю. Я ее на улицу выпускал и все. Магнус Даггер. Армлет Даггер. Но он леса стакал себе, норм. Бонника там убивают по КД. Ну, Бонник, мне кажется, не нужный тут пик. Совсем. Совсем не нужный пик. Есть даггер. Надеюсь, успею за хостой. Там Свен фрифармит. Я мартретки ничего не оставляю, не знаю почему. О, Магнус забрал хаст. Убьете его? Эх, если бы Зевс попал. Мне кажется, и так заберут. Да, забирают с подабликации, просто ставится ультимейт. От нашего дружка на Скае. Магнус. Пришел. О, Магнуса очень много. Субтитры сделал DimaTorzok.
Да тут get back, конечно же. Тут не хрен делать. Конечно, get back. Он Свен фрифармит. Реген, блин. Чекайте, реген просто лежит. Пацану. Просто реген пацану лежит. Планируется какая-то драка, походу. Магнус будет ли прыгать? А, лол! Так, стан. Надо по таймингу надо. Уф, больно бьет. ВП, просто найс. Просто найс, раскайтили. Ух, это пот какой-то. Рили. Красивая, очень красивая игра пока что. Раскайтили Свена. Ой, умирает у нас водонос. Зевс Водоносович умирает. Но в любом случае умрет, мне кажется. С арканой. Ну, убегает, пытается жить. Свапает Венга его. Эх, чуть-чуть не проживает. Скорее всего, стоит вард. Там Магнус фулл фри. Да блин, да что ж так лагает-то? Блин, надо Бальте постакать бы, наверное, я хз. Крипочков оставить. Камфарм. А вместе вообще нельзя стоять. Да, только хотел сало. ГГ нам просто. Знал, что... Ну просто только нельзя на вместе стоять. Только думаю, сейчас прыгнет по-любому и ГГ. Прыгает. Просто я не знаю, почему Зевс сейчас так мансанул. Я наоборот. Я от него назад, он тоже за мной. Эх. Ну, походу, проиграем все же Магнусу. Я алхимику. Но у нас есть мартредка. Мартредка — это всегда круто. Будем ждать слоты от нее. Кора, Шана, там нет РП. Не достал же. Не знаю, мне туда прыгать — это смерть. Магнус хоста. Блин, ну такое. Бойника там гоняет. За три шеи. Блин, ну сентричок стоит. Ого. Рили. Пробуем забрать сейчас. Надеюсь, заберем сейчас.
разберем. Блин, ульты не было, жаль, я сдох. Не получил экспо, к сожалению. Ну, за милое дело, так сказать. За милую душу. Магнус не прыгнул, это радует уже хоть что-то. Давай, давай, Боник, пали, давай, Вижен, Боник. Но надо было Бонику немного забычить. Вижена не дал. Могли сейчас забить Пуджа. Да могут прям под тавером забить. Там Мартретка в любом случае выживет. Так, нужно сделать Юл. Направлю курьера в лавку, куплю Войдстоун. И будем душить дальше. Будем душить дальше. ТПшится. Химик. Да, Радиан сейчас уже будет у Химика. Там Маднес появился. У Свена. Ну, очень много слотов там. У Коров очень много слотов. Не знаю, как мы это будем пытаться вытаскивать, но посмотрим. Посмотрим. А, Магнус убьет меня, Сол. Ах, тут вард стоит. Блин, и не куплю ничего. Юл, блин. Ладно, дубль 2 куру посылаю. Да, блин, дайте куру послать в магазин. Вот, нажимаю, пожалуйста. Блин, ну надо как-то на подсейвах, что ли, играть. Ну, они просто по одному нас убивают. Просто по одному. Я сейчас отдался. Найс, я не знаю. С этим курьером поганым еще. Блин, Боник. Ну тут, там сентри. Там сентри. Я только что там умер. Блин, Боник вообще тут нахрен не нужен. 1-5. Вообще нафиг не нужен Боник тут. Такой Боник тем более не нужен. 1-5, который бегает. Свена КД. Магнуса поймать бы. Свена бафа. Бафают. Найс. Хорошая реализация Аеги. Я не смог раньше никак дать, у меня персонаж не слушается толком. Задержка очень большая. Просто герой бестолковый. Ну, Юл почти есть, да? 650. Не знаю, чем мне Юл тут поможет. Хотя бы что-то я смогу закайтить. Радиенс появляется у пацана. А что, сразу арчит кинуть не вариант? Но он сейчас поплатился за то, что сразу арчит не кинул. Сразу арчит, если б кинул, мне кажется, изи фраг был бы. Просто изичайший. Есть тут варды. Умрет Пудж.
я тоже тут умру. Если я сейчас уйду с этой ситуации, я орать буду. Я никак тут не уйду. Хз, ну, тяжко. Тяжко, ребят. Тяжко. Ну, есть у нас шансы на камбэк. РП ставит мартретку. Ну, убьют ее тут, убьют. Откинется колба еще. 1-6-3. Боник у нас, который, ну, рили не нужен тут был. Ну, тут рили гуля. Гуля зашла. Вот он просто. Забавный. Просто рили забавный боник. Ну, дефолт, дефолт. Боник это дефолт. Не будем гнать на пацана. Смок. Смок нажали, пацаны. На низ выехали. Да что такое? Блин, как же лагает-то. Бля. Там БКБ на свойне уже. Это ЮА бот. Вот я также лагаю. А, крипы вышли. Хорош. Хз, блин. Я старался делать что-то, что мог в начале. Нам нужно файты корректные. И, блин, если прили был бы Найкс... Если бы сейчас еще вот тут не залагал, я не знаю, стан. Ну, станом я так вроде не попал. А еще потом лаг такой, я ничего, ни ула не нажал, вообще ничего. Печалька. Свен 21 левел. Свен 21 левела. Это просто жестко. Это очень жестко. Куджвардит. Го встретим. Найс, карапас был. Как таким проигрывать? Действительно хороший вопрос. Помог пацану. Идут. На блинк встаньте ей. На блинк встаньте ей. Блин, ну дурачки. Встаньте ей на блинк. Пойдет. Упса. Блин, КД, вот, ну микро КД, вот отвечаю.
Ну, чисто паров локатка. Давай, Бойник, тащи. Могёшь, умеешь. Тащи, могеешь, умеешь, могеешь. Могёшь, умеешь. Практикуешь. Хз, там три персонажа, которые тотально будут разносить пуканы. Вот он, Бойник, щекотайка. Приколюха. 1-8-4. Пацан играет 1-8-4. Ну, бывает. Не удалось. Пацаны, дайте жить, плиз. Упса. И Мартретка тоже умрет. А-а-а, живет. Найс промах. Найс промах. Ну, ГГ. Такая откатка. 1-8 челик заруинил просто. Просто 1-8 челик заруинил. ХЗ, даже саппорт. Втроем просто. Я на Никсе на третьем месте, лол. Между нами. ХЗ хотя был на центре. Ну такое себе. Такая себе катка на самом деле.